Родненькі, якщо ви представляли, як для мене серйозно те, що я зараз говорю. Знаете, я сразу скажу, я первый становлюсь на колени, я говорю: отец, убей во мне старое. Убей во мне старое, потому что я хочу нового. Я абсолютно понимаю, что меня генетически пытаются вывести. Я прошу тебя, Иисус, подними первое поколение, только дети, дети. У нас нет дядей во Христе, у нас нет учителей, у нас есть ты. Я прошу тебя, убей во мне старую грязную закваску, Бог. Я прошу тебя за каждого, кто находится искренне здесь. Я молю о возрождении нового ДНК, Иисус. Я так устал от этих культов, от этих осеменителей, от этих, Господь, личностей, которые берут бразды правления и топят все, что хочешь ты, поворачивают все на себя. Бог, я прошу тебя, явись ты нам. Я не хочу жить для себя, я хочу жить для тебя. Проси его, искренне попроси его. Попроси его, скажи: Иисус, возьми меня к себе. Знаете, церковь, что я понял? Я понял, сотни проповедей, сотни молитв не сделают того, что сделает одно прикосновение любимого. Любимый Иисус, я продолжал просить и буду просить еще раз и еще раз. Для меня это самое важное в моей жизни. Встреться с моим поколением, как ты встретился со мной. Церковь, я хочу вам сказать одну вещь. Иисус живой. Если бы вы знали, какой он хороший. 20 лет назад он пришел ко мне как человек. Я его обнимал, я целовал его руки, я обнимал его ноги. Церковь, забудьте, он не где-то там. Он рядышком с тобой, он такой хороший. Знаете, о чем я молюсь каждый день? Чтобы когда я приезжаю куда угодно, чтобы он вышел, чтобы он выходил из меня и касался тебя. Я молю об одном, дорогие, если бы вы знали, как я сам иногда не хочу ни проповедовать ничего. Я хочу, чтобы он коснулся, чтобы он коснулся тебя. Будет сегодня энкаунтер, Бог, и эту встречу ведешь ты сам, Бог. Мое сердце кричит: коснись мое поколение. Мы еще 20 лет будем разбираться с доктринами, Бог. Попроси его, и он придет к тебе.
Я прошу Бога каждый день, каждый месяц, каждый год, чтобы центром моего служения было, чтобы люди встречались с живым Богом. Даже не представляешь, что произойдет с тобой, когда Он коснется тебя. Ты даже не представляешь, как изменится твоя жизнь. Любимый, коснись мое поколение. Ничего не хочу, я хочу, чтобы ты коснулся мое поколение. Коснись, попроси его, и он придет к тебе. Обними его, люби его. Он не мистика, он не история, он личность, и он хочет быть с тобой. Он хочет быть с тобой. Он хочет быть с тобой. Хочет быть с тобой. Любимый Иисус, я прошу тебя об одном, не давай мне ничего. Пусть только ты встретишься с моим народом, Бог. Это самое сильное, что я желаю. Живой Иисус, настоящая церковь, настоящая жизнь. Уничтожь всю закваску, уничтожь все старое. Я хочу тебя так, как никто еще не касался. Коснись меня так, как никогда. Бог, Господь, Господь. Мне не нужно ни популярность, ни признание, мне не нужно ничего. Я хочу, чтобы твои дети коснулись тебя, Иисус. Я жажду, чтобы ты коснулся своих детей. Хватит строить свои служения. Хватит. Хватит. Ищи его любви, ищи его лица, возлюби его всем сердцем, разумением, всей крепостью, возлюби его. Если бы знали, как он скучает. Если бы знали, как его сердце плачет, чтобы быть с тобой. Он хочет быть с тобой. Он личность, он живой. Он хочет быть с тобой. О, родные мои,
Я умоляю вас, попросите, чтобы Он вошел в вашу жизнь. Забудьте о том, что вы раньше знали. Убейте эту закваску. Скажи: Иисус, я жду Тебя как личность. Я хочу обнять Тебя. Я хочу поцеловать Твои руки, Бог. Я хочу обнять Твои ноги. Я хочу быть с Тобой. Как Он хочет быть с Тобой. Как Ему не достает любви своей невесты. Как Он жаждет быть с Тобой. Прямо сейчас принимай исцеление, восстановление, любое чудо принимай, принимай от Иисуса, от Иисуса. Он любит тебя. Принимай, принимай, принимай. Свобода, исцеление, освобождение. Коснись мое поколение, коснись мое поколение. Это все для тебя, это невеста твоя, это дети твои, Бог. Попроси Его хоть раз в жизни купить цветы, подари Ему. Хоть раз в жизни на кухне попей с Иисусом чай. Поставь Ему стул. Когда-нибудь хотя бы признай, что Он личность. Перестань использовать Его. Люби Его. Люби Его! Подари Ему когда-нибудь какую-то безделушку! Он мой папа, и я хочу Ему сделать приятно! Спасибо Тебе, мой любимый! Я прошу Тебя, коснись сердца моего поколения. Реальность, реальность, реальность царства, реальность царства, реальность, 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 реальность. Когда-нибудь возьми свою машину и покатай Иисуса. Для тебя это тупость, а для меня это жизнь и любовь. Как мы не знаем нашего Бога. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, любимый. Я прошу Тебя, войди в жизнь каждого своего ребенка. Войди. Церковь, будьте как дети, я умоляю вас. Будьте как дети, будьте как дети, будьте как дети. О-о-о.
Я хочу живого Бога. Я соскучился за моим папой. Косись, любимый, мое поколение. Косись. Коснись. Коснись. Я умоляю вас, перестаньте быть взрослыми дядями и тетями. Знаете, что я начал делать в последнее время? Это просто начало приводить меня в такую славу. Я очень часто с Иисусом пью чай. Я ставлю для Него стул в своем офисе. Я Ему говорю: это для Тебя. Вы даже не представляете, какая слава приходит. Ты скажешь: ты странный. Конечно, я странный, потому что я ребенок. Я говорю Иисусу: поехали, покатаемся, я тебе покажу мое любимое место. Я еду на своей машине в свой любимый парк и говорю: Иисус, мне так классно стало. Тут как ты идиот, а я скажу: конечно, потому что я его люблю без ума. Я дарю ему цветы. Конечно, ты такой взрослый, ты давным, у тебя Бог где-то на небе. А у меня мой любимый со мной в машине. Бог не заставляет тебя ничего делать, если это не из любви. Я вам всем бросаю вызов. Когда поедете с конференции домой, покатайтесь с Иисусом в машине. Попей с ним чай. Отойди от всех. Отключи телефон. Удели ему один день. Ты увидишь, как изменится твоя жизнь. Ты даже не представляешь, какой он живой. И это моя мечта. Да буду я лишен всего ради одного, чтобы каждому из вас пришел Иисус хотя бы так, как Он был со мной, и твоя жизнь взорвется. И это моя молитва. Коснись мое поколение. Мои слова, мои проповеди не имеют ничего, никакого значения. И я молю Его, Его, Его прийти к тебе. Мне не нужно ничего от тебя вообще. Я молю, чтобы Он коснулся тебя. Все, что я делаю для Него и ради Него. Я люблю Его, поэтому я здесь. Спасибо, любимый. Восстановление ДНК. Восстановление ДНК. Восстановление ДНК. Амен! Прослави его, прослави его. Прослави. Просто скажи ему спасибо, родной. Не называйте никого отцом. У вас один Отец на небесах! У вас один Папа! Мы все братья! Мы все одна семья! И если я люблю Его, я хочу, чтобы ты встретился с Ним, как я встретился с Ним!
серьезно, я на энкаунтере, меня сейчас конкретно пригрело. Обнимите друг друга. Обнимите. Обнимите друг друга. Вы семья. Самая классная семья. Хорошая семья, добрая семья, любящая семья. У нас один папа, он такой добрый. Ты его дитё, я его дитё. Прошу тебя пресного хлеба на это место. Я прошу тебя пресноков твоих для детей твоих. Я прошу хлеба, я прошу хлеба, я прошу хлеба. Твои дети просят хлеба. Мой Бог, я прошу хлеба, хлеба с небес. Очисти, Бог, от всякой закваски. Я прошу, очисти нас, очисти нас.
Очисти наше поколение, очисти нас, Бог, питай нас твоим хлебом, питай нас, и я прошу стандарты хлеба, я прошу стандарты хлеба, я прошу стандарты хлеба, 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 мой дух, мой дух. Мы наелись квасного хлеба, Бог, мы наелись, Бог, мы наелись, мы отъелись квасного. Мой Бог, верни стандарты хлеба в церковь, Бог, верни стандарты хлеба, верни стандарты хлеба. Жаждут хлеба, твои дети 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 жаждут свежий хлеб. Мы не принимаем яд, мы отрекаемся от беспаливающего. Я хочу жить, я хочу хлеб. Я хочу твой хлеб. Из твоей руки не приму из руки человека твой хлеб. Ты мой хлеб. Ты мой хлеб. Из рук твоих. Из рук твоих. Я говорю умножение хлебов. Только твой хлеб. Хлеб. Нету недостатка в хлебе. Я вкушаю тебя.
тебя, тебя, мой Бог. Моё питьё. Ты моя пища. Ты моя жизнь, Иисус. Я твой. Я твой. Я твой. Массовое посещение Иисуса. Иисус начнет массово посещать своих детей. Я это вижу в духе. О, это моя мечта уже 20 лет. Массовое посещение. Сам Иисус будет приходить к тебе на работу, домой. Он будет приходить в твою жизнь. Он будет учить тебя. Он будет ходить с тобой. Ты скажешь, это невозможно. Отрекись, это закваска. Иисус хочет жить с тобой, быть с тобой. Он хочет дружить с тобой. Каждый день. Верь, верь, верь. И это будет. Ты новая порода. Ты новая ДНК. Иисус ходит. Он ходит со своими детьми. Это не какой-то невидимый друг. Это друг, с которым ты будешь каждый день. Корми меня, каждый день. Корми меня, каждый день. Корми, каждый день. Проси его, проси его, проси его. Приди ко мне, любимый. Накорми меня хлебом своим. Свежие. Я твой. Пресная. Я твой. Пресная. Я твой. Пресная. Проси его, проси его, проси его. Свежие. О, пусть это будет энкаунтер, энкаунтер. И сейчас встреча, встреча, свежие. Встреча. Он хочет быть с тобой. Пусти его, пригласи его, зови его. Он стучит к тебе. Открой сердце свое. И это не просто какое-то приятное чувство. Ты его обнимешь. Ты его поцелуешь. О, он живой. Он живой. Он живой. Это не мистика, он личность. Он твой друг. Он твой друг. Твой друг навсегда, он твой друг навсегда, он твой друг. Ты забудешь за слезы, ты забудешь за депрессию, ты забудешь за все кидаловые предательства, потому что у тебя будет тот, кто рядом с тобой всегда. Иисус, о, как он хочет быть Иисус, с тобой. Иисус, отдай, отдай Иисус, ему жизнь. О, Иисус. Люблю тебя. Я твой. Люблю. Я твой. Тебя. Люблю. Я твой. Тебя. Я твой. Люблю. Любимый, любимый, любимый.
любимый, единственный мой, единственный мой, единственный мой, любимый, любимый, церковь твоя зовет тебя, любимый, святая твоя зовет тебя. Неоскверненная заквасками, неоскверненная, неоскверненная зовет тебя, ценный мой, любимый, драгоценный мой, любимый мой, прекрасный мой, навсегда. Да, я твой. Иисус, любимый. Всегда я твой. Иисус, навсегда я твой. Любимый. Иисус, любимый. Любимый Иисус, мы Твои, питай нас, грей нас собою, согревай нас собою, накорми нас собою, Иисус, окутай нас, окутай. Окутай, 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 Иисус, Иисус, окутай, окутай, окутай. Мы твои любимые. Вы знаете, у нас заквашено все. Мы опорочены. У нас заквашено все. Наши мысли, наши желания, наши взгляды, наши ценности. Вы знаете, даже наши жертвы заквашены. Даже наши жертвы заквашены. Наша хвала Ему заквашена. Любимый, мы согласны. Мы согласны, мы согласны питаться от Тебя из Твоих рук и только от Тебя. Иисус, мы согласны вкушать Тебя. Любимый, прости нам. Прости, прости, прости. О, Ади Рабоа, Уали Рабоа, я люблю тебя. О,
без остатка. Мы твои, мы твои. Мы твои до конца. Вы знаете, здесь уникальная атмосфера очищения. Очищение. Очищение. Тебя от всякой закваски. Ему достаточно один раз накормить тебя пресным хлебом. Один раз накормить тебя пресным хлебом. Ему ничего не стоит уничтожить всякую закваску в твоих мозгах. Достаточно один раз вкусить пресного хлеба из его рук.